Дело в том, что город Харьков, Харьковская область, безусловно, первый раз принимает чемпионат Европы по боксу, но с другой стороны, Харьков уже проводил очень много соревнований такого уровня, и боксерских в том числе. Поэтому я оценю готовность города очень хорошо и думаю, что все наши гости будут довольны, и зрители, и участникам соревнований, безусловно, и сборным командам будет комфортно и удобно. Безусловно, я уверен, что родные стены помогут нашим ребятам показать хороший результат. Мы, безусловно, верим в каждого. Не хочу выделять кого-то отдельно. Мы верим в каждого из членов нашей сборной и верим, что каждый из них достоин на призовые места и на золото. Но в спорте побеждает сильнейший. Не все зависит только от нашей сборной. Много зависит от других сборных, готовности сборных других. Но мы верим в наших ребят, будем за них болеть. Уверен, что и родные стены, и болельщики помогут. И они покажут свои, наверное, самые лучшие качества и самый лучший бокс. Вы считаете, болельщиков будет много поддержки? Ну, безусловно. У меня уже, если честно, у меня уже 2 недели, телефон красный, все звонят, просят пригласительные, все просят оставить места. Я говорю, ребят, ну, можно разговаривать только по полуфиналу и финалу, а все остальное, вход свободный, приходите. Я уверен, что очень много будет болельщиков. И спасибо, опять же, и областной администрации, и городской администрации будут организованы зоны, ну, приветствия такие, то есть как такие фан-зоны, да, где тоже люди будут смогут там посмотреть бои. Я думаю, что все, кто хочет, все попадут и все посмотрят.